Для Алишера Бурхановича премия «Меценат года» стала второй по счету. Первый раз он был удостоен этого почетного звания в 2015 году. Основатель и основной акционер USM Holding, в число активов которой входит компания «Металл Инвест», Алишер Усманов является одним из крупнейших меценатов мира. Только в 2016 году общий объем его благотворительной помощи составил более 11 миллиардов рублей, в том числе около 3 миллиардов рублей выделено на проекты в регионах присутствия компании «Металл Инвест».